Все, сюда сначала замахнул новую подушку. Да, порезал, взял нож и просто врезал. Ну, когда начала проект, я же думала, что их придет, ну, немножко. Они прям толпами пошли. У меня такая депрессуха была. Я ревела денно и ночно. Не от того, что они идут, а от этих историй. Для меня это не работа. Для меня это смысл жизни, то, что я делаю. Я, помимо того, что девчонкам помогаю, я оставляю свой след. Они будут рассказывать своим детям о том, что вот есть такая тетя, которая помогла мне с этим справиться. Мне вот только представить можно, что с ним, а понять, что произошло, я не могу, я же такого не испытывала. Для меня это шок, всегда шок.